Как дикий медведь очутился висящим над глубоким озером. Только представьте, что животному помогли спустя целые сутки после начала его тяжелого испытания. Он висел прямо над ущельем, хватаясь только за то, что попадалось под руку. А бетонные стены не самый цепкий материал. Но несмотря на все это, медведь проявил настоящую силу и выдержку, хотя выбора у него особо не было. К счастью, спустя сутки животное все же заметили и выдвинулись с командой, надеясь, что успеют спасти медведя. Вероятно, он оказался в смертельной ловушке, когда воле случая забрел на мост по дороге, а потом его напугало движение шумных машин, он зацепился за ограду и в мгновение оказался с обратной стороны моста, откуда не было безопасного выхода. Бедный Мишка даже спустя 24 часа тяжелой физической и моральной нагрузки пытался карабкаться вверх, чтобы выбраться обратно на дорогу, но такой трюк не смог бы проделать даже самый большой силач в мире. В итоге, он потратил на это все силы, но выбраться так и не смог. Спасатели же решили действовать совсем иначе. Они натянули большую и прочную сетку прямо под медведем. После этого пришлось стрелять в беднягу транквилизатором иначе, Мишка не захотел бы отпустить бетонную опору. К счастью, операция по спасению прошла успешно. Мишка приземлился на сетку, после чего его перенесли на землю. Он пережил настоящее испытание, но теперь сможет вернуться домой в лес. Не хочется даже думать о том, что было бы, если б мишку не заметили вовремя удивительная история дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.